Ребята, всем привет! С вами Александр, Monster Legend, и в кои веки мы тоже пойдем чего-нибудь да прокачаем. Но перед этим уберем вот эту вот надоедливую надпись. В общем-то, сегодня у нас на прокачке будет, как вы думаете, кто? Ух ты, Тревор! Кстати, у нас на 5 звезд нужно будет качнуть Тревора, нужно будет качнуть Следжера, Лакрока нужно будет точно качнуть, Кристобала, они все на 5 звезд, но сегодня мы будем качать, как ни странно, кого у нас нет на 5 звезд. Это у нас будет Эгнок. Но будем его качать не просто так, а потому что это топ редких. То есть у нас есть три топа редких со стихией камень. Это Мадфлоу, который мы прокачали у нас на 5 звезд. Потом идет Эгнок и Нанук. То есть, то бишь, тот Морж. Морж. Моржик идет. В общем-то, из редких. А у нас сейчас, давайте по показателям, ну, сильно уступает энергия и скорость. Ну, для редких не знаю, наверное, насколько это нормально, я в них не ориентируюсь. Итак, маленькие черви Эгнок селятся в пасхальных яйцах. Когда они вырастают, яйцо становится их панцирем, что значительно усложняет победу над ними. Вот это поворот! Да. Так, суперка. Пасхальное яйцо наносит очень сильный урон тьмы всем противникам и накладывает два случайных отрицательных эффекта. Вот такие вот дела. Давайте сейчас будем знакомиться, что это у нас такое за монстрик. Ну, редкий у него максимальный уровень 75, но поскольку у нас есть 4 звезды, это плюс 20 уровней, у нас будет 95. 95 уровня. Так, ну, в стоке вы видите 2176. Сила, в жизни вообще мало, скорость, ну короче, всего мало. Давайте мы напишем наш уровень, и показатели становятся тоже плохими. Не дотягивает даже, ну, до эпиков, по самому большому, по большому счету. Мрак и земля его стихии, и потому он слаб против света. Ну да, ну хорошо, что хоть он против мрака не слаб, потому что камень, ну, то бишь земля, слаб против мрака. Вот очень хорошее сочетание. Слабость, по крайней мере, остается одна, а не две. 5% суперка, про которую мы уже прочитали. Ну и давайте будем брать удары. Так, какие-то там мечты яиц. Сила 30. Ну, просто урон мраком. И, значит, кошмары могут быть. Но тут какая-то пометка, что могут быть ошибки. Почему-то по Эгноку вот везде такая пометка, что могут быть неточности. Так, Shelling Out, ну Shell это может какая-то там защита. 30 по одному. И одержимость, может быть, My Possess Target. Так, Beat Up, мультик по всем. С уменьшением урона, Damage Reduction. Странно, почему-то она как-то... Давайте попробуем обновить страничку. Почему так нам все здесь пишет? Ну, странно. Так, дальше. Hard Boiled. Это, по-нашему, если перевести в крутую, по идее, это 40. Hard Boiled. Так, Hard Boiled. 30. Мультик. Ночные кошмары всем целям. Дальше. Чё треснуло? What's cracking? Да, что-то треснуло. Одинарный удар 40 силой. И тоже одержимость, да? Идем дальше. Free range, то есть какой-то свободный радиус. Может замедлить цель по всем врагам. Интересно. Интересный, кстати, удар. Идем дальше. What the shell, что защита, или как это правильно перевести. Мультик по всем мракам. И тоже одержимость. То есть у нас еще он, это монстр контрольный получается, да? Эксплозив, в смысле, ну, эк, а эксплозив это от взрыва, типа. Так, 40 по одному и кошмар. Дальше, экстраваганза. Экстраваганза, одинарный удар силой 40, уменьшение урона и замедление цели. Ну, кстати, ну, такие интересные. С замедлением цели я чуть не помню, у кого еще. Из моих монстров точно ни у кого нет. Давайте теперь смотреть, что нам тут
рекомендуют. Explosive, да, яйца взрыв, кошмары по одному, сила 40, что-то треснуло, 40 содержимостью, вкрутую 30 по всем с кошмарами, и что за броня? 30 по всем содержимости. Ну, довольно хороший удар. Потом давайте будем возвращаться. Вот, в общем-то, наше яйцо. Оно вот тут гуляет. Кстати, а ты у меня... Ну, тоже на... Бон-бон у нас тоже на все 5 звезд. Так. Есть одна маленькая... Ха-ха, нету звука. А вот теперь звук есть. Так, ну что, давай будем тебя прокачивать. Не хватило тебе одной звездочки, да? Ну ладно. Ну ладно. Ну, естественно, нужно ему ставить командные руны на скорость. Что у меня здесь есть? У меня есть четвертая рунка. Ну, что-то мне жалко ему четвертую ставить, хотя он и, у нас и топ. Да. Ну, давайте вот две поставим. Две рунки поставим ему командных. Хотя надо было одну, наверное, обычную на скорость, иначе он будет ходить очень медленно. Ну ладно, разберемся. Как-нибудь попробуем его протестировать. Ну и погнали качать. Яйцтремальная мечта. Интересно. У него удары очень прикольные. Так, взбить. Так, скорлупа долой. Тут просто сами удары почитать. Кувырок яйца. Вот у него такой второй удар по умолчанию. Так, 95 уровень, да, у нас максимально, как мы видим. Так, свободный выгул, да, вот это с замедлением по всем врагам. Интересный удар, кстати. Так, что-то треснуло. Это, в общем-то, первый удар, который нам нужен. Вкрутую. Это второй удар, который нам нужен. Мультик по всем с кошмарами. Так. Яйца чего-то там, это нам не надо. Ну, давайте его поставим пока, пусть пока будет. Яйце взрыв. Есть такой удар, берем. Так, ну и по факту остался нам один удар. Что за броня? Вот что за броня, и получается, мы уже собрали все удары. Яйца взрыв, что вкрутую. Яйца взрыв, что-то треснуло. Так, яйца взрыв, что-то треснуло вкрутую, и что за броня? Ну да. Вот и все, ребятки. Ну, кстати, вот удар с замедлением мне тоже нравится. Ну, второго я бы прокачал с этим ударом. Итак, вот такие вот прикольные штуки он бросает. Как будто бы он монстр магический. Так, и что-то он так паршивенько у нас тут прорисован, да? Старый монстр, смотрите, как на втором фоне прекрасно прорисовано вот что-то подобное на саламандру.
Плетодон. Он прорисован хорошо, ну как и Медуза Горгона тоже. Вот и здесь Бонбон хорошо, Саламандра хорошо, а вот Таракрэнг прорисован плохо. Ну вот, это зависит от того, какой монстр, старый либо новый. Вот так. Ну что, давайте будем пробовать искать, где бы его нам протестировать, да так, чтобы еще мы хоть как-то удары его могли. Так, рекомендуемые стихии. Ну, давайте смотреть, какие у нас здесь будут противнички. Так, ну, конечно же, нам нужно все это дело поменять. Редкий берем вот так вот. А почему у меня Mud Flow? Смотри, а ну-ка, редкий. Че он у меня до сих пор 75 уровня? Ёлки-палки, надо его срочно откормить, ребята. Но это как-нибудь. Ладно, че как-нибудь. Давайте его сейчас откормим. Удары же у меня вроде как все правильные стоят. Так, небольшой дефицит еды у нас нарисовался. Так, кстати, да. Потому что вот эти вот высокие уровни после звездочки, которые даются за звездочки, они очень прожорливые. То есть проще легендарного откормить, чем... Да, печалька. Не хватило даже откормить. Ну ладно. Ну ладно. Так, давайте возьмем таймериончик, надо брать, чтобы он давал нам командную скорость. Иначе будет беда. Так, монстра уже много мы прокачали, долго искать приходится. Так, вот Таймерион, а здесь нужно брать какого-то сильного демагера со скоростью желательно. Ладно, это иди гулять. Так, ну это может быть, и конечно же, ну давайте пока Тефра пусть будет. Будем менять. У нас произошло обновление, да, вот такие вот красивые рамочки теперь стали, ну какие-то более четкие. Так, и у нас ходит Тефра сразу. Так, где у нас там липкая лава? Так, ух ты, блин, Бон-Бон ходит быстрее, да? Давайте пространство и время. Не посмотрел, надо было бонбона выносить сразу, чтобы вот этого он не сделал. Так, а теперь нам нужно мультик. Так, это кошмары. Вот, давайте всем одержимости. По всем попало, очень даже хорошо. Вау! Вот это был удар гориллы. Кстати, я ее тоже... У меня даже без 5 звезд. Это обычная горилла была. Так, ну давайте вот так сделаем. Бон-бон на нашей стороне. Сюда остановка времени. Промах. Вот черт подери. Ну давайте их перезарядим всех тогда. Так, Бон-бон будет ходить. Потом вот этого молодца. Да ладно, давайте все, выносим всех, идем на следующий круг. Так, яйца взрыв, давайте еще посмотрим. О, неплохо боксирует этот червь. Вообще-то он похож не на червя, а на какого-то грибка. Погнали дальше. Так, Буратино. Вот так давайте.
Тыррам-пам-пам-прам-пам-пам. Так, не паралич мы всем не будем применять. От горения, да. Остановка времени. Давай, Игнок, на тебя вся надежда. Кто там? Так, это пропустили, это пропустили. Пространство, время, хотя оно не поможет. Так, ну одержимость на одного. Давайте всем кошмары дадим для разнообразия. Так, попало по двум из трех. Опачки, одержимость. У нас будет помощник Игноку. Отхиляло не кисло, так гастоский шали, как там его зовут, червяка этого. Так, давай, добивай. Джирогаст. Джирогаст, да? Или как там тебя зовут? Да, Джирогаст. Отлично. Давайте их перезарядим всех. Так, Металюга. Мини-щит на себя. Всем паралич. Ну, куда надо, как раз не попало. Так, персональная одержимость. Отлично. Вот так вот. Наваляй тому, кто тебя лечил. Опять отхиляла. Вот противная обезьяна. Так, ну она даже, мне кажется, догорит. Но может и не догорит. Пропустим. Так, что у нас здесь есть? Кошмар персональный. И попробовать еще раз одержимость. Давайте. Сработало. Шикарно. Пропускаем. Пропускаем. Ну давай, убей себя сам. Супер. Так, ну вот такой вот у нас монстрик. Давайте, наверное, все-таки еще один бой сделаем с вами. Неплохой, в принципе. Монстрик попадает довольно неплохо. Скажем так, не часто промазывает. Ну, все-таки топ. Топ, как ни крути. Из редких он топ. Так, где у нас здесь есть? Кто у нас здесь есть? И сила, и скорость. Блондинчик. Есть принцесса. Давайте принцессу возьмем. Вот это классная штука. По всем попала. Молодца. Сладжера остановим. Так, давайте пока пропустим. О, вот этого я хотел. Ну чё такая-то анимация бедная совсем. Паралич у нас, да? Паралич. Неодержимость у суперки. Так, она всех здесь добьет, это не надо так делать. Надо, чтобы еще Игноком хотя бы. Так, ну походу и так догорит, да? Вот этот удар, по-моему, мы еще персонально не использовали. Ну, анимация, в принципе, такая же. Они сейчас все догорят. Да и все. Нет, выжил, молодец.
Ничего, даже продемажил. Так, ну и последний удар. Так, вот массовые кошмары. Вот так вот, все удары показал, даже суперку дождались, ребятки. Так что ставим пальчик вверх под видео, не забываем, я имею в виду лайк. Ну и подписываемся, кто еще не подписался. Так что будем дальше качать монстрики, не так быстро, как хотелось бы, но тоже я стараюсь. Всем пока.